На конкурс дети читают стихи. Полина Настя, 7 лет, город Саров. Сергей Есенин, береза. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром.